Всем привет! Новое экстренное видео на канале Gadget Mania. И сегодня мы с вами поговорим о том, что произошло с владельцами, с настоящими и с будущими владельцами Sharp Aquos S2. Итак, я начинаю. Поехали! Дорогие друзья, сразу скажу вам с предупреждением. Если вы смотрите это видео до того, как вы получили смартфон, его еще пока не включили, ни в коем случае при первом включении не включайте Wi-Fi, иначе это повлечет за собой автоматическую установку нового программного обеспечения, новой прошивки. И после того, как она установится, вы, соответственно, получите только китайский и английский язык и не будет Google сервисов. Если вы еще этого не сделали и только ждете свое устройство, то непосредственно не делайте. Это вас я предупредил, вы предупреждены, значит вооружены. Далее, видос для тех, информация точнее для тех, кто уже это сделал, кто по незнанию взял, купил, приехало, и там автоматически скачались обновления, и это в большинстве случаев сейчас Android 8, потому что система автоматически через сервера присылает уже 8 Android. С одной стороны, это хорошо, Sharp очень быстро высылает, сейчас до сих пор некоторые Samsung не на Android 8, но сейчас не про это. В общем, с одной стороны, это хорошо, это новая оптимизированная система, а с другой стороны, это плохо. Перепрошиться с этой прошивки без определенных действий вы не сможете. И самое главное, и самое обидное, что эти действия, скорее всего, повлекут финансовые растраты. Я не буду вдаваться в подробности, как, что и почему, но, к сожалению, тот человек, который отвечает сейчас, по крайней мере, у меня такая есть информация, тот человек, который сейчас отвечает за разблокировку и за вот эти все действия для того, чтобы вы смогли обновить, точнее, прошить телефон на нормальную, локализированную на русский язык прошивку, он за это берет деньги. Ну, там за определенные условия он берет деньги. И поэтому, если вы уже обновились, то я вам, во-первых, сожалею. Во-вторых, если вы сами не можете найти информацию в интернете, если вы не можете ничего сделать, если просто у вас ничего не получается, я могу вас проконсультировать и дать вам понятную, четкую инструкцию. Первая ссылка в описании, обращайтесь, пожалуйста, я помогу любому и каждому. Но имейте в виду, человек берет деньги, и, соответственно, вам придется за это заплатить. Я буду просто выступать в качестве как бы третьего лица. Так что как-то так. Ситуация патовая. За последние 2 дня мне написало больше 10 человек. И все с просьбами и мольбами, что делать. Телефон обновился, ничего сделать не можем. Прошивка не устанавливается и так далее, и так далее. То есть, либо ищем самостоятельно информацию в интернете, но, скорее всего, вы не найдете, потому что это только что, не совсем давно это все началось, либо обращайтесь непосредственно. Я везде, где можно, узнал много-много полезной и не очень информации, вышел на человека, который, скажем так, будет помогать мне во всем этом. Непосредственно уже сейчас он пишет подробную инструкцию, и я буду ее непосредственно давать каждому, кто обратится. Если данное видео наберет за месяц больше, допустим, 5000 лайков и 20 тысяч просмотров за месяц, то в течение нескольких раз я все это буду делать вообще абсолютно на безвозмездной основе. Помогать непосредственно тем, кто обратился. Поэтому в ваших руках, пожалуйста, прожимайте лайк, либо дизлайк, проявляйте свою активность в комментариях, пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на чат в Телеграме, я всегда там держу актуальные новости и держу всех тех, кто там присутствует, в курсе всех событий, связанных с устройствами, с гаджетами, с актуальными проблемами с этими гаджетами. В общем-то, как говорится, все ссылки, как всегда, в описании под этим видео. И сейчас, между прочим, как не смешно, но буквально вчера, ну уже вчера, да, потому что 12 часов ровно, буквально вчера стартовала новая цена $149 на Sharp Aquos S2. Ссылочка будет второй ссылкой в описании. Первая ссылка будет вести непосредственно на меня, как со мной пообщаться, а вторая будет непосредственно на Sharp Aquos S2. Но вы уже будете знать, что включать Wi-Fi вам строго-настрого запрещено, потому что вам
телефон автоматически обновится. Бог с ним обновится, так еще на Android 8, который просто вы ничего не сможете сделать. Не откатиться, не установить прошивку локализованную. Еще раз, ищем информацию в интернете, но ее практически нигде нету, ее просто нигде нет. Либо первая ссылка в описании, обращаемся, я вам помогаю. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно пишите, что вы супергерой, если досмотрели до этого момента. Ставьте хэштег Дональд Дак, и я отвечу каждому, кто его написал. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.